Девчонки, всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал. И это вторая часть видео о моих покупках декабря. И кому это видео интересно, оставайтесь со мной. Желаю вам приятного просмотра. И начать я хочу из такой, как говорится, серии покупок. Купил мне мой парень. И я, наверное, с нее и начну. Первое, что мне презентовал мой молодой человек, это два вот таких вот нашумевших мусса для душа. Уже абсолютно у всех они есть, абсолютно у многих. Вот. И значит, я что купила? Я купила. Парень мне купил. Как бы попросила, что мне спросила, сказала, что мне купить, и он мне это как бы купил. Выбирала, конечно, я вам просто оплатила. В общем, это не важно, что я от темы вообще отошла. В общем-то, я знаю, что у них еще в серии есть с лимоном, по-моему, ну, такой вот мусс. Но у нас такого, к сожалению, не было. Вот. И я приобрела вот такой вот малиновый смузи и нежный ирис. Я только использовала вот этот вот один раз. Девочки, он такой нежный. Он прям, вы знаете, прям тает на вашей коже. Он такой прям обволакивает. Он такой классный. Он мне очень-очень сильно понравился. И аромат, кстати, у него прям такой, знаете, очень легкий-легкий-легкий, очень нежный. Я бы не сказала, что это малина, просто что-то такое очень нежное, сладенькое, легкое. Вот, но не малинка. Вот. Дальше, что я вам еще покажу. Так, что он мне еще купил? Это будет вот такой вот наборчик, две масочки. Это детокс-маска, разогревающая для лица и охлаждающая маска, без черных точек. Ну вот сегодня буду ее тестировать, вот, и надеюсь, что мне они понравятся. Это вот марка Вилента, вот такие вот масочки. Дальше, что я вам покажу, это еще были две вот таких вот помадки. Такие у меня уже были, все их знают. Ну, это как-то вот такое у них новое оформление, что уже стали по-английски они на упаковочках, да, писать. Это фруктовое сияние с клубникой. И вот такое вот жемчужное сияние. Вот. Вот это немножко, конечно, было давно еще суховато, но сейчас я уже не знаю, какая она. Я еще не открывала, но вот это мне раньше очень нравилось. Когда еще у них было, знаете, такое старое оформление, ну, так вот продольный, то есть был как у них тюбик, не такого, да, как вертикально, а продольный. Там прям был аромат такой свежий, вкусный, сочной клубники. Тут, конечно, он более такой химический. Ну, конечно, может, тут они еще изменили в составе, но, в общем, не важно. Все их знают, все их пробовали. Вот, а если нет, то попробуйте. Мне кажется, Nivea — это самая такая вообще классная марка. Ну и следующее, что я вам покажу, это то, что я уже себе докупила сама, что мне еще было нужно, да и не нужно даже, но все равно купила, буду пользоваться. Ну да, типичная девушка. В общем-то, по скидке были зубные пасты в магните. Зубная паста никогда не будет лишней, как я думаю. Это вот такая вот небольшая тройное действие натуральная мята от Colgate. Классненько, это объем 50 мл. И также вот такая вот бережное отбеливание. Тоже мне она очень нравится. Объем уже 100 мл. Дальше. Зубная паста от Биомед, которая мне очень нравится. Многие, кстати, говорят, что она не освежает дыхание. Девчонки, я в шоке. Когда многие говорят, что зубная паста, даже как раз таки из этой серии с кокосом, что она освежает, а это нет. По мне так с кокосом наоборот. Она ничего не делает с губами. Сейчас она у меня лежит в запасах. Не знаю, зачем купила ее второй раз. Так я бы хотела ей дать второй шанс. Но вот это, девчонки, она реально освежает дыхание. Поэтому никого не слушайте. А лучше купите и попробуйте, как она вообще будет вам. Потому что, как бы, сколько людей, столько и мнений. Но мне дыхание реально освежает. Дальше закупилась я вот таким вот твердым мылом. Это вот чистая линия, тоже на скидках. Вообще, что-то я подсела так прям конкретно на косметику чистой линии. Ну, как бы, да, она бюджетная, она классная. Вот так, сейчас покажу. Вот. Вот три мыла. Значит, чистая линия — это мыло косметическое прозрачное, экстракт мелиссы.
также с календулой и также фитобаня. Вот. Ну, надеюсь, что понравится. Для лица и тела это идет. Ну, посмотрим. Вот. Три таких мыла. Буду мыть руки. Оно, конечно, более экономичное, чем жидкое. Но все равно. Пусть будет. Так. Остренько. Так, в общем-то, купила я себе также вот такой вот крем увлажнения для век. Он мне очень, девчонки, сильно нравится. Такой у меня уже был. Он реально уменьшает круги темные под глазами. И я им довольна. Так, немножечко все поздвигалось. Вот. Вот так вот. Так, дальше. Вот такой вот купила продукт. Это идеальная кожа, гель для умывания, нежное очищение. Так вот они обновили эту серию нежная. Ой, идеальная кожа. Простите, путаюсь. Вот. Думаю, что понравится. Классный такой продукт. Вот. Далее. Так, немножечко неудобно. Вот так вот присяду. Приобрела я себе два кремика для лица. Тоже из серии «Идеальная кожа» один идет, а один из обычной, по-моему, серии. А, нет, они оба из «Идеальной кожи», господи. Что такое-то? Путаюсь. Первый – это вот такой вот крем-гель для лица. Он идет с гранатом и ромашкой. Тут такая надпись прикольная. «Возьми меня домой, я буду ухаживать за тобой». Ну, конечно, я ее взяла. Не именно поэтому, то, что напросилась, да? Просто потому, что мне понравилась упаковочка. Ну, надеюсь, что и крем будет сам классный. Вот такой вот крем от Чистой Линии. Следующий крем это вот такой. Такой у меня уже был. Он идет с земляникой и алоэ. Для всех типов кожи. Очень классный. И я могу ему порекомендовать. Хорошо увлажняет. Увлажнения хватает на целый день. Дальше. Приобрела я вот такой вот себе кремик. Даже не кремик, а это уже скраб, аромаскраб для ног. Он приятно пахнет ментолом. И надеюсь, что хорошо будет очищать ножки от огрубевшей кожи. Следующее, что я купила, это вот такой вот крем. Крем-актив против прыщей. Тоже мне он очень нравится. Такой у меня уже был. Он действительно, девчонки, просто очень-очень быстро избавляет кожу от прыщей. Сначала он их просто подсушивает, а потом вообще убирает с лица. Поэтому это средство я вам тоже рекомендую. Далее, это такая уже прям дань традиции. Для многих уже, наверное, будет как легенда прям. Это вот такие вот блески. Представляете, девчонки? Я их нашла у нас в городе. У меня такие были еще, когда я ходила, наверное, в класс в первый, даже во второй, наверное. Это вот с персиком такой вот. И с виноградом. Вот такой, не помню, давно-давно еще был. Они там есть, по-моему, еще и с клубникой, и с ванилью, и еще там с чем-то есть. Ну, вот они классные очень, поэтому я его, конечно же, купила. Приятный аромат винограда, не химозный, и также приятный аромат персика. Очень классные средства. Также купила лак от Рута. Вот такое у них уже новенькое оформление. Это какой-то, знаете, такой прям вот, он синий. Вот, ну такой какой-то, вот. Вот он, настоящий цвет. Вот такой вот он синий. Очень классный. Мне нравятся такие лаки. Вот. Следующее, что я купила, это вот такие вот ватные диски. Ну, самые обычные, с расшитым краем от Белла. И я уже их начала использовать. И последнее, девчонки, что я вам покажу. Это я купила вот такую вот зубную пасту. Экстракт белого чая и сок алоэ вера. Очень мне она нравится. Покупаю уже раз в третий или даже в четвертый. И новинка от лесного бальзама. Это тройной эффект, экстра свежесть. Он идет со смородиной и мятой. Вот. Надеюсь, что тоже мне она понравится. Девчонки, это была вторая часть моих покупок декабря. Кому это видео понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Ну, а кому не понравилось, можете поставить и дизлайк, я особо даже не расстроюсь. Вот, поэтому
Кому мое видео нравится, подписывайтесь, оставайтесь со мной, не пропускайте мои новые видео. А я вас всех люблю и всех целую. Желаю вам хорошего настроения, отличного просто дня и всем пока-пока!